Там уже не наша земля. Наша. 25 лет назад мы пришли оттуда. Оставили свои дома, могилы дедов. Вслед нам летели камни, пули. Сегодня каждый из нас живет вместо тех, кого убили. И ты должен это помнить. До премьеры осталось меньше 2 недель. Мы прошли все коррекционные репетиции, вы были всем довольны. Так почему вы режете мою музыку по-живому? Серафим Васильевич Пушков из отдела культуры горосполкома. Будем сдавать нашу ГНЭ товарищу Пушкову. Ну а что, Хачатурян? Чем свободное время занимается он? Ты запомнил только стук колес? Почему? Я думаю звуками. Я все время так плачу, когда слышу ваш вальс. Как будто это имеет прямое отношение ко мне тоже. Если честно, я приехал сюда ради вас. Какое унижение, что вам приходится иметь с ним дело. Музыка может содержать сомнительный политический подтекст. Мне кажется, в финальной части вашего балета не хватает еще одного танца. Это должен быть заключительный аккорд. Вы что, готовы уступить вашу пассию Хачатуряну? Я напишу тебе еще один танец. Напишешь. И без всяких условий напишешь. Пишет что-то новое? Великую вещь про нас. Про всех нас.